Каждый четвертый участник опроса ожидает это волшебное время из-за Нового года, а 17% проголосовавших мечтают полюбоваться снежным обликом красавицы зимы и прогуляться по сказочному лесу. Для 11% респондентов это отличное время для зимних активностей – горных лыж и сноуборда. А вот наименьшее количество проголосовавших призналось, что зимой под слоями одежды им легче спрятать лишние килограммы. И все же большинство телезрителей ждут зимы, потому что после нее приятнее ожидать лета. Остальные поделились своими вариантами. Зима. Ну, в зависимости какая еще. То есть, если прям сильно холодная, не сильно нравится. Вот такая теплая, как было в прошлом году, очень нравится. А так, ну, покататься можно, в принципе, в снежки, в детство вспомнить. Потому что город преобразится, станет красивым. Я вот этого жду. Я люблю зиму за то, что как бы сразу видно, что зима – это зима. То есть, перепад температур. И, ну, зимой ты можешь просто толкнуть друга в снег, и он как бы не стукнется, то есть не страшно удариться. Зима, ну, это праздник, Новый год, в первую очередь, вот. Ну, в принципе, только из-за этого мне более привлекательно лето, например. Сейчас погода не лучше, потому что, как бы, дождь всегда, зимой ты хотя бы можешь одеться тепло и идти куда хочешь. Взять там термос, не знаю, посидеть, и это будет уже как-то лампово, интересно. Даже не знаю, на самом деле. Мне не особо зима нравится, но, в принципе, ну, хочется уже обстановку сменить из-за того, что лето, было жарко довольно-таки, хочется уже зиму. А так, не знаю, ну, зима в Перми просто очень сильно грязная, поэтому как-то нет особого желания ее встречать. Ну, это такое сказочное время года, хорошая погода, обувь не морается, как осенью. Я вообще не люблю осень, потому что грязно, холодно, сыро. А зимой такое волшебное время, ну как в сказке.